Привет, друзья мои хорошие, с вами Спикер и Полицейские Погоня. Сегодня у нас будет Атом 5 сотен. Машинку я уже показывал на обзорчике, и довольно было прикольно, поднимали на этой машинке танки кверху. Ох, было забавно. Сегодня мы попробуем то же самое и уже посмотрим, как у нас Атом справится с Полицейскими Погонями. Ну что, друзья, я вам уже, конечно, 2 или 3 звезды. Сейчас посмотрим, в принципе. Ну давайте, наверное, 3 звездочки, 3 звезды и уже погнали вперед. А там 5 сотен против полицейского патруля. Ох, друзья, это будет что-то с чем-то. Ну что, на двух колесиках? Практически сальто сделали. Хорошо, погнали, не очень удачно маленько. Все в кипиши, все разбегаются, и мы уже погнали. Ох, сколько там копов, ну-ка вот так промчимся. Ох, красотень, вот это то, что нужно. Полицейские погони начинаются. Пошли, ехали, ребенка, за мной. У нас, в принципе, есть еще один выход. Я покажу все выходы, конечно, уже в дальнейшем. Ух, сколько ребят. У нас есть бронебойная и у нас есть С4. В принципе, и все. То, что нужно для полицейских погонь. Больше абсолютно ничего не нужно. Ну, конечно же, парочка трупов тоже не помешает. Ну что, ребята, начинаем уже, как маленько в сторону виляет. Я поставил скрипт, что показывается, сколько у нас жизни. Как видите, слева на экранчике у нас появился новый скрипт, и походу маленько не... Ох, промчались. Как же удачно. Где ребята? Я их не вижу еще. Я, конечно, их не вижу. Включаем уже, выключаем. Нормально, приземлились. Ну что, ребятишки, начинаем уже полицейский погоню уже на там 5 сотен. Ох, сколько там ребят. Ну-ка, где мои С4? Мы, конечно, замедляем время. Замедляем время и кидаем С4. Прямо вот в кучку. Бросай уже в ранку. Чувак торчит, стоит. Это дело мы взрываем. Куда-то, походу, врезались. Как не очень удачно. Видно, даже жизнь исчезает. Слушай, довольно прикольный скрипт. Реально мне очень понравился. А наша задача найти все-таки танчик и подбросить его куда-нибудь кверху. Хорошо, С4 использовать пока не буду, пока мы не выйдем на трассу, потому что здесь как-то не очень удобно. Мне нужно выехать уже из города, а вот, конечно, бронебойным попробовать стоит. Почему-то, когда я целюсь, машинку маленько в сторону виляет. Даже не понимаю, в чем проблемка. Ну-ка, давай-ка еще разок. Слушай, реально как маленько в сторону. Хорошо, я не буду уже отстреливать. Мы уже будем пытаться найти танк, слушай, там... Ух, сколько там машин, ну-ка, замедляй время. Это дело мы, конечно, замедляем, бросаем С4, С4 никто не отменял. Сейчас это дело все взорвем. Ух, танчик, промчимся, вот так аккуратно, и дело все взрываем. Что-то там рвануло, и походу кого-то мы там все-таки задели. Ну что, погнали дальше, у нас сегодня интересно, по какому маршруту мы сегодня поедем. Хорошо, посмотрим уже по пути, по какому маршруту нам сегодня будет поудобнее поехать. Я вижу, есть танчик, но он жопой стоит. Мне нужно наперед танчик. А в принципе можно попробовать. Ну-ка попробуем, друзья. Прям бачком. Вот так. Хо-хо-хо. Вот это был экшен. Да, нужно просто полностью поднять танк вверху. Это будет довольно найс. Шипы нам не помеха. Так, ну-ка промчались сюда. Это в жопу в танчик? Нет, он не канает. Он не нужен танк, чтобы был спереди. Тогда сможем поднять его кверху, и будет реально круто, забавно. А вот есть танчик, но он как-то маленько бачком. Не знаю, можно... Ох, да, все-таки можно. Мы реально перекрутили танк. Такой сальт. Ну-ка, даже посмотрим. Это дело мы собьем. Кверх ногами стал. Вот это чума. А там 5 сотен реально рулит. А вот, друзья, и танчик прям по курсу. Ну что, попробуем уже, как прошлые добрые времена. Так, нужно, чтобы дуло опустилось чуть ниже. Ну, пробуем, конечно. Поднимаем вот так уже маленьким макаром. Ух ты, танк реально подлетает. Очуметь. Хорошо, уже посмотрим, как он будет. О, еще один танчик. Ну-ка, стойка. Поехал не в ту сторону. Хорошо, уже на трассе посмотрим. Прям на встречку поедем. И уже при скорости. Сколько, сказать, скорость? 150. Ну, как-то не очень найс. Таямба. Нам нужно... Ох, у нас есть стекла. Ну-ка, поехали к стеклам. У нас разбивается стекла и очень зрелищно смотрится. Это дело мы выключим, конечно. И уже... Ух, да. Как-то вылетели не очень-то. И найс. Ну-ка, свою задницу чуть ниже. Маленькая даже в кусты. Даже можно сделать карту, уже поставить очень много стекол, и будет очень зрелищно все это разбивать. Да, нужно будет, конечно, обновить карту. Даже хочу сделать такие шары уже сверху их сни... А сколько у нас жизни? Очуметь. Слушай, слишком много жизни я потратил. А почему-то вертушка слишком быстро крутится. Ух ты, черт. Все-таки нас подняли кверху. Посмотрим, что у нас сверху. Как-то очень быстро мы опустились. Эх, нет, мой друг, только не туда. Ну хорошо, погнали бачком уже. Я надеюсь, мы все-таки выберемся оттуда. Конечно, выберемся. Уже бачком выберемся. Давай, прям на колесике. Тут еще какая-то фура вместе со мной. Вместе со мной какая-то фура, но все-таки нужно как-то отсюда выбираться. Ну-ка, давай уже вот так попробуем. Пролетим чуток. Чуток пролетим, чуть ниже. Приземляемся. Там, ребята, нас уже гасит. Зря, конечно, я включал способность. Ух ты. Бедные ребята подлетают. Нужно включать, конечно, замедление времени, и уже гораздо будет проще. Машинка, ух, у нас есть танк, ну-ка, маленько в сторону уходим. Замедляем время, я хочу все-таки подбросить этот танк повыше, куда-нибудь в небеса.
Он даже маленько посигналил у меня. О, как его крутануло. Слушайте, реально прикольно получается. Очуметь. А там просто реально рулит. Так, хорошо, маленько в сторону уходим. Маленько даже сигналит мне. Все нормально, ребята. Что у нас? 3 звезды, в принципе, пока нужно больше звезд. Ну-ка, держи C4. Сейчас мы кинем. Ох, танчик проехал. Хорошо, мы дело все взрываем. Маленько нарвались на окопов, но пока что я их не вижу. Где наша бронебойная? Бронебойный готов, вот едет танчик. А если попробовать прямо под машинкой проехать? Ну-ка попробуем, друзья. Нет, не получилось. Я думаю, реально можем пролететь под машинкой. Это было довольно эпично. Хорошо, погнали, нам нужно еще попробовать фуру поднять. Ну-ка, вот есть фура. Копа есть, мне нужна и фура. Мы как-то уже реально пытаемся что-то поднять кверху. Нет, я вижу танк, нужно, конечно, попробовать еще раз танк. Конечно, замедляем время. И все это дело поднимаем кверху. То, что нужно. То, что доктор... Даже машину такую подняли. Слушайте, это реально круто. Ну-ка, нужно попробовать такой еще разок. Это было прикольно. Так, мотик пускай проезжает. Вот я вижу машинкам и попробую ее поднять кверху. Ну-ка, друзья, давайте прям с копом вместе. Шипы были. Маленько в сторону, конечно, ушел. Ну, хорошо. Попробуем еще одну машинку. Я надеюсь, будут такие машинки еще в дальнейшем. И, конечно, попробуем поднять их. Где наши 4 звезды? Мне нужно... Ну, реально, как-то и пытаюсь отстреливать от копов, но маленько в сторону куда виляет. Даже не понимаю, в чем проблемка. Вот то, что нужно. Оп, мы кверху. И нет полицейской машинки. Чувак просто в шоке. И прямо на танк. Очуметь, куда ты летишь-то? Так, еще одна вертушка. Промчались. Очень удачно. Сколько у нас жизни? Жизни реально исчезают, но нам нужно подняться на самую вершину. Ну-ка, чувак, маленько в сторону. Вот так, пролетели. Три... Там какой-то... Там птичка летает, что ли? Показалось на птичке. Все нормально, пролетели. Три... Ох, еще одна машинка. Ну-ка, ребята, в сторону. О, вот это чумак, уже вместе с копом подлетели. Обалдеть, даже не вижу копом. Погнали. Успели. Успели мы подрезать его. У нас еще очень много вертушек впереди. И, конечно, подъем на целую гору. Но еще горы отсюда не видно, правда. Нужно, конечно, еще попробовать танчик поднять. Я вижу здесь впереди танчик, замедляем время, друзья. И попробуем даже дрифтом. Ну-ка, пробуем дрифтом. Нет, не получается, дрифтом хорошо, давай хотя бы вот так. Обалдеть, такие сигнашки. Это реально чума. Это просто обалденный атом. Эта машинка просто от бога. Ну-ка в сторону, там даже полицейские фуры есть. Ну-ка, друзья, нет, я не буду пытаться. Это очень-очень, ну-ка, замедляем время. Реально, очень много скриптов, и все это просто как на пианино играется. Очуметь. Ну-ка, еще один есть танчик. И еще один танчик, и, конечно, прям вот так просто экшен. Нас не задеть. Ух ты, жесть. Вот это взрыв был. Подняли танк вверх, и его просто взорвало. Обалдеть. Куда ты мчишься? Так, вижу маленько фуром. Прям по центру фуром. Маленько промчимся. Вот так подрежем и уйдем от фуры. Да, друзья, довольно атом просто машинка от бога, и у нас практически 50% жизни. Какие-то красные отметки, военные против меня уже. А если попробовать все-таки такую машинку? Нет, слишком у нее бампер заниженный, и мы не сможем ее поднять. У нас уже 4 звезды. Очуметь, сколько копов. Ох, ребятишки. Ну что, маленько подбросим, наверное, парочку машинок кверху вместе с копом. Ух, так удивляется. Нормально такое удивление, и уже подлетает. Может, как не очень подлетело. Хорошо, набираем скорость. У нас уже повреждаемость довольно хорошая. Сколько копов? Реально 4 звезды. Это просто мега ультра. Ну что, ну, друзья, у нас буквально осталось 2 вертушки. И ждет нас уже гора. Там на горе у нас будет много вертушек. И уже, в принципе, без полицейских машинок. Нас пытаются как-то подрезать. А мы вот так сделаем. Так, 2 вертушки. Будет очень реально найсово. И проскочили все-таки мы. Мы реально проскочили. Еще поднялись. Что-то летит. Реально вижу полицейскую машину уже. Слетает с моста. Спереди никого нету. Там еще одну машину подбросила. Очуметь. Вот это просто эпик. О, ничего себе, машина полетела. Хорошо, погнали. У нас, в принципе, осталось буквально... Жизни у нас очень много. И осталось буквально чуток времени добраться до самой вершины. Но все-таки парочку машинок нам все-таки нужно как-то будет взорвать. Либо что такое? Все-таки из атома у нас не умеет стрелять. Это, конечно, печально. Но C4, в принципе, сможем отстреливать. Ну-ка, держи C4. Что-то рванули. Хорошо, нужно найти парочку еще танков и куда-нибудь подбросить кверху. Ну, походу, танков уже не будет. Ну, в принципе, забавно было, конечно, с танками. Подбрасывали кверху, как проскочили. Скорость у нас 217 и реально мега круто. Да, 217 была скорость. Так, бэха подвинься. Вот так, двигаем бэха уже просто в сторону. Ух, куда полетела она? Там вижу парочку животных даже. Ты, главное, не сдави животных. Все нормально. Животные у нас целые, невредимы. И мы уже поворачиваем на нашу гору. Ну что, друзья, буквально чуток осталось, и мы уже поднимемся на самый верх. У нас, в принципе, есть бомбы и липучки. А у нас туристы. Пардон, чуток зацепил.
Сейчас поднимемся повыше, и вот, конечно, машинки от нас отстанут. У нас 4 звезды, но вертушки от нас просто так не отвянут. Так, я их не вижу, вертушки. Все, походу, от нас отстали. Нормально. Мне, конечно, нужно подняться выше. Хорошо, поднимаемся выше, все колесики реально целы. И атом 5 сотен дает просто жару. Так, вертушки спереди. Все-таки нас запалили. Слушайте, атом хорошо набирает. Бедное животное задавил. Реально просто замерзло задавил. Нужно отомстить, конечно, за животное. Держи С4, мы это дело взрываем. Проскочили между двумя бэхами. И мне кажется, ох, сюда. Слушайте, ну атом просто реально мега машиночка. И поднимает танки, и просто в горы поднимается. Просто супер. Животное, бедное животное. Живо, все в порядке? Нет, походу задавили. Хорошо, поехали дальше. Вижу, уже ФБР за мной приехали. ФБР-овцы, конечно, очень хорошо. Ну что, поднимаемся уже в гору. А там просто сегодня рулит по полной программке. Машинка просто реально мега. И поднимаемся уже выше. Я вижу, какой-то индикатор уже поднялся до красна. Я даже не знаю, что это такое означает. Но левый индикатор еще практически зеленый. И это реально радует как-то. Хорошо, будем искать уже подходящий момент, где можно взорвать наши вертушки. О, турист, бежит уже. Бегом бежит. Быстрее беги. Быстрее беги меня уже, Форест. Там вижу еще красные отметки на карте появились. Хорошо, нужно как-то более аккуратно. Атом очень хорошо набирает скорость. И жизни у нас, в принципе, есть еще. Эта машинка у нас открыта. Ох, я вижу. Замедляем время, бросаем С4 и взрываем дева. Все-таки улетел. Давай-ка выше. О, еще одна вертушка. Держи С4. Прям туда, вертушка. Это дело мы взрываем. Хорошо, пропустили. Пропустим вертушки парочку. Мы, конечно, уже... Какие-то проблемки с модом уже. Не замедляя время. Нужно, конечно, попробовать замедлять время уже. И с помощью вот так уж забрасываем наверх. Хо-хо. Прямо наперед. Нет, не получилось. Как-то слишком далеко. Нет. Хорошо, наш атом очень быстро. Ох, вот это то, что нужно. Ну-ка, бросай. Франкин, давай-ка не тормози. Главное, не тормози и дело взрывай. Все-таки цел осталось. Я даже не понимаю, в чем проблемка. Хорошо, поднимаемся наверх. Слишком далеко, конечно, вертушки находятся. И С4 не успевает долететь. Там еще парочку койотов бегает. Ну-ка, койотик, подвинься. Машинка реально мне очень понравилась. Так, нам нужно налево. Я уже помню, конечно. Поднимаемся, конечно, уже второй раз здесь. И, в принципе, я все помню. С этой машинкой можно даже подняться и с другой стороны. У нас там более очень сложный подъемчик. Вертушки слишком далеко от меня. А, в принципе, можно попробовать. Ну-ка, давай-ка наперед. Напередик, нет, слишком далеко, даже взрывать не буду. Это дело пускай пролетит, даже взрывать не буду. И тратить на это время. Нам нужно подняться наверх. У нас, в принципе, 4 звезды, но нужно 5-ю звездочку. Мне нужна 5-я звезда. Так, улетели. А у нас есть интересный РПГ. Ну-ка, выйдем, посмотрим. РПГшки у нас нет, у нас, в принципе, бронебойная есть. Даже не знаю, стоит, не стоит разбираться с кобами. Можно, в принципе, замедлить время уже и, конечно, вынести пилота. Походу, пилотика мы все-таки вынесли, друзья. Сейчас будет падать, только не в нашу сторону. Прости, ребята, вы уже не в деле. И второй тоже. Сейчас сделаем перезарядку. Хорошо, погнали выше. Второй где-то у нас ковыряется наверху. Ох, маленькая броня уже отнялась. Нам еще, походу, подниматься и подниматься. Еще вертушка прилетит, конечно же, и мы тоже попробуем ее вынести. Слушайте, ну там реально очень набирает скорость. Мы, в принципе, прокачали его уже. И он как-то набирает слишком быстро. Ух, нам еще забираться. Ну что, погнали. В принципе, я там сегодня реально меня очень порадовал. И, конечно, особенно о танках. Были, конечно, забавные моменты и с вертушками. И уж, конечно, пишите комментарии. Ох, это то, что нужно. Ну-ка, держи С4. Куда ты уже в мою сторону? Где мою С4? Вот, держи С4. Теперь реально рванет. Не слишком далеко, походу, уже улетает. Дело взрывает там. Ох, да. Все-таки мы это дело взорвали. И ребята уже летят вниз. Обгоревшие. Это то, что нужно. Так, еще одна вертушка. Можно, в принципе, выйти и разобраться. Ну-ка, ребятишки. Ох, слишком как-то ребята прессуют меня. Минус трубик. Как-то его кинуло. Поехали, пока мы еще живы. Мы еще живы. Машинка вся реально красная, вижу. Даже вижу одно колесо, все-таки левое, переднее подстрелено. Сейчас посмотрим. По идее, должно лопнуть. И жизнь, кстати, исчезает. 70% уже остается. А это уже, конечно... Печелек. Хорошо, друзья, мы уже, в принципе, поднялись. Нам уже, конечно, не помеха копы. Мы сейчас все это дело уберем. И атом сегодня показал реально крутые результаты. Да, вот наша гора. Мы уже наверху. Ух, да, сегодня был денек довольно жаркий. Уже 6 часов вечера, стопудово, 12 часов добираться до этой горы. И мы уже наши девочки нас встречать. Хорошо, мы это все дело убираем и посмотрим, что с нашим атом осталось. Так, минус звезды. Ребята разбежались. Шоки. Куда побежали, ребята? Уже маленько даже дымится, а там весь расстрелянный, весь какой-то помятый маленько. Ну,
Машинка, конечно, не очень сделана разработчиком, но, в принципе, мне понравилось. Мне чертовски все понравилось, а если вам понравилось, пишите комментарии, друзья. А с вами был Спикер, и увидимся очень скоро. Всем спасибо и всем пока.